Студенты, поделитесь вашими лучшими учебными лайфхаками. Совет всем интровертам и необщительным. Выдерните себя из зоны комфорта. Да будьте номер хотя бы одного из ваших одногруппников. Так у вас всегда будет кому задать вопрос касаемо домашней работы, экзаменов, расписания и всего прочего. Гуглить информацию легче, если вы задаете тип файла. Воспользуйтесь таким синтаксисом. Название искомой книги, файл type, двоеточие, PDF. В результатах поиска отобразятся версии в нужном расширении, которые можно бесплатно скачать. А еще очень удобно искать слова на странице с помощью сочетания клавиш Ctrl плюс F или CMD плюс F для Mac. Конечно же, этот лайфхак применим для любого расширения файлов. Если вы используете ресурсы Википедии для написания эссе, просто укажите ссылки, использованные при составлении страницы в Википедии. Это значительно разгрузит вас. Кроме того, благодаря этому будет казаться, что вы проделали кучу работы, и ваш преподаватель будет впечатлен.